Глава района Андрей Дорошевский провел очередной прием жителей. В этот раз в муниципалитет обратились 10 человек. Самыми популярными оказались вопросы земельных отношений. Обратились также с жалобами на состояние дорог в поселениях и качестве услуг жилищно-коммунального хозяйства. В этот раз несколько обращений касались отношений с соседями, которые приходится выяснять с привлечением полиции. Каждому жителю, пришедшему на прием, даны разъяснения и советы. Помимо главы района, на прием привлекают глав поселений и профильных специалистов, которые способны дать грамотную консультацию и оказать поддержку в рамках своих полномочий.